Ну, вообще, друзья, межсезонье, конечно, самое тяжелое время для менеджмента команды, потому что именно в этот период происходит согласование контрактов партнерских и всяческих разных других на следующий сезон. И тут нам на помощь приходят, и вам, кстати, тоже на помощь приходят наши друзья из компании SF Motorsport, которые недавно в своем аккаунте запустили достаточно беспрецедентный конкурс, по результатам которого они выберут одного пилота, которого будут поддерживать в сезоне 2022 года. То есть речь идет о полной поддержке спортивным топливом SF на сезон 2022 года. Поэтому, если ты мечтаешь или думаешь поехать SDC или RDS Запад, RDS GP, или вообще являешься поклонником кольцевой или раллийной серии, переходи в пост, участвуй, и пусть именно тебе повезет. Удачи! Так, давненько у нас не было рубрики «Распакуй». А вообще хочется сказать всем спасибо, кто вчера проголосовал за проведение онлайн-стрима. Мы действительно хотим его провести, уже на этой неделе. И работаем, по сути, в авральном режиме. Мы поняли, что для качественной картинки нам не хватает некоторых аксессуаров. И это как раз они и приехали. Посылка из Питера. Что у нас тут? Видеоаксессуары Blackmagic Video Mixer и радиопетли Saramonic. В общем, не будем вас томить долго. Сейчас распакуем это дело. Взяли специально нож и покажем, что же там внутри. Так, ну что, конечно, количество пупырки обнадеживает, что все у нас пришло в порядке и не покоцалось. Открываем первую коробочку. И смотрим, что же тут у нас внутри. Какой-то еще защитный чехол. И я так подозреваю, что это то, чего нам действительно по факту не хватает для крайне удачной картинки, для того, чтобы миксовать изображение с одной камеры на другую. А, это, кстати, не то. Это, кстати, свет еще дополнительный, который мы заказали. А сам микшер находится все-таки вот здесь. Это все софтбоксы, которые собираются, инсталируются и будут давать именно вам, в ваши гаджеты, качественную картинку со стрима. Сейчас посмотрим, что вот там. Так, ну а здесь у нас завернутая пупырку находятся две очень крутые вещи. Это как раз-таки видеомиксер, про тот, который я говорил ранее. Боже мой, какой же он маленький все-таки. Вот ладонь моя, смотрите. И радиопетли Saramonic для того, чтобы передавать сигнал с нескольких спикеров в одно место. В одно место, как звучит, да? В общем, крутая штука. Сейчас ее еще дополнительно распакую и покажу для вас. Так, ну что же у нас, в общем, в этой коробочке маленькой? В этой коробочке у нас наикрутейшая штукенция, которая как раз таки поможет нам делать захват картинки с разных камер. Тут еще есть всякие функции, типа картинка в картинке. В общем, мы готовы. Стрим обещает быть серьезным. Так, чтобы вы понимали масштаб бедствия, есть у нас, значит, пост «Ваши вопросы». Есть у нас вот такая импровизированная съемочная площадка, тут подсветочка, все дела. Мы, ребята, что мы делаем? Мы репетируем. Тут у нас режиссеры, короче, вот эти все, вот это наши парни-операторы сидят на компе. Мне вот, кстати, туда не пробраться, но там вот у нас заветный пультик. Сейчас проберусь, покажу вам. Так, вот, короче, пробрались. Тёмыч тут сидит, кофеечек попивает. Так, вот, в общем-то, картинка, давай, демонстрируй. Оба. Не, не видели, давай сейчас. Вот, в общем-то, это всего лишь маленькие возможности этой штуки. Мы, в общем-то, репетируем. Все, настраиваемся на завтра. Нам сначала звук, подождите, выровняйте. Давайте, да, по звуку выровняемся и тогда будем работать. Все, хорошо. Работаем. Короче, друзья, пока мы тут готовимся к завтрашнему стриму, получаем от вас вопросы, кстати, спасибо большое, и очень много вопросов по поводу платформы Домира. Так вот, платформу Домира объявим завтра на стриме, а пока участвуйте в конкурсе, который проходит сейчас параллельно в аккаунте Фрешафта и Домира, угадайте платформу и получите ценный приз за это, а завтра узнаете правильный ответ на стриме.